Праздничный концерт открыли мультимедийным шоу «Древо знаний», а в роли ведущих – главные символы логотипа ЮРГУ – лев и грифон. Также с приветственным словом выступил ректор Южноуральского государственного университета. Он поздравил вуз с днем рождения и подвел итоги прошедшего года. По мнению Александра Шестакова, основным достижением в этом году стала правильная организация учебного процесса в условиях пандемии. Год был сложный. Он сложный был для всех. И самый большой итог нашей работы за этот год – то, что мы не уронили качество образования. Мы его не уронили. Потому что мы занимались и дистантом 15 лет тому назад, начали этот процесс. Мы занимались специально вопросами, связанными с повышением уровня преподавателей. И самое главное, что он с нас не пришел вот просто так. Мы были готовы, потому что мы за год до того обучили более 500 преподавателей, как правильно работать в электронном варианте. Программа концерта яркая и насыщенная. ЮРГУ поздравили творческие коллективы университета, ансамбль народного и бального танца, джазовый ансамбль, театр танца Deep Vision и иностранные студенты. По словам зрителей, номера получились живыми и запоминающимися. Концерт очень понравился. Это такой глоток воздуха в нашей загруженной учебной и преподавательской работе. Поэтому очень интересно. Большое спасибо организаторам. Ежегодно на дне рождения награждают традиционные премии признания ЮРГУ. Она вручается сотрудникам университета за их достижения в 4 номинациях – наука, учебный процесс, спорт и культура. Так, в номинации «Спорт» за профессиональное мастерство в деле подготовки спортсменов высокого класса стала главный тренер сборной команды ЮРГУ Елена Савиных. И главное достижение 2020 года – это победа в 7-й летней универсиаде по виду спорта спортивное ориентирование. Мы еще ни разу не выигрывали, а в этом году включили в программу универсиады летнее спортивное ориентирование бегом. И, соответственно, мы приехали на соревнования. На соревнованиях большое количество сильных команд. Команд, по-моему, было около 30 со всей страны. Я очень рада за своих студентов, ну и за себя, конечно, тоже и за вуз. Также университет поздравили преподаватели и сотрудники ЮРГУ. В этот день прозвучали теплые слова и пожелания в честь дня рождения любимого университета. Южноуральский государственный университет – самый лучший университет в мире. Здесь учатся самые добрые и самые целеустремленные студенты и творческие преподаватели. Поэтому я всем желаю процветания и, самое главное, здоровья. Дорогой мой университет, с днем рождения! Две одинаковые цифры в возрасте – это символично. Это говорит о том, что жизнь не заканчивается, и еще впереди очень много и много больших побед и достижений. Ну а со своей стороны хотел бы пожелать вузу также цвести, процветать и ждать новых студентов в свои стены. Я хочу пожелать, чтобы 2021 год был более благосклонен к тем людям, которые двигаются, которые работают, которые хотят что-то сделать. Я хочу пожелать, чтобы все были здоровы. Ну и процветания родному Южноуральскому государственному университету. В этом году концерт посвящен теме знаний. Университет, как древо знаний, растет, развивается и дает свои плоды. Без знаний прошлого нет будущего. Без будущего нет настоящего.